После наводнения в городе, когда многие дороги были затоплены, мало кто ожидал увидеть автомобиль при подобных условиях. Но Chevrolet Corvette, частично погруженный в воду, продемонстрировал свою удивительную проходимость и выдержку, выходя из воды и продолжая движение, как будто ничего не произошло. Это поистине удивительное зрелище, ведь спорткары обычно не ассоциируются с плаванием или ездой под водой.